Всем добрый день, всем приветик. У нас погода портится. Погодка портится, все затянуло. Будет ураган. Читала прогноз погоды, будет ураган. Сейчас Таша вам покажу. Ух ты ж моя погода. И так парят, это просто ужас. Смотрите, что у меня сбой произошел. Так. Что оно в угол не входит? Вот, все. Погода Берлин. Внимание, сильная гроза. Я не знаю, вы увидите, вот. Вот погода, ужас. Будет гроза сегодня. Хотели пойти, не знаю, Стас в магазин сходил, купил продукты кое-какие. Я никуда еще не выходила, только что отработала, только что на перерыв вышла видео записать. Решила с вами видео записать. Комментарии прочла. У меня же как работа. Я работаю, я могу спокойно зайти в телефон и прочитать комментарии. Меня они не отвлекают. Перерыв у меня. Пишут люди, если вы свои законы не знаете, если вы не знаете законы той страны, в которой вы живете, писать не надо комментарии, не надо себя поссорить и дезинформацию писать. Я закон не нарушаю, то, что есть, я то и делаю в рамках закона. Так, как она стоит, интересно. Настроение сегодня нормальное. Завтра надо по делам еще идти. На завтра погоду не знаю, какая будет. Сегодня вообще обещали с утра дождь. Ну вот, уже накрапывает. Уже я вижу, накрапывает. Потом пишут про какие-то шрамы. Никаких шрамов нету. Какие шрамы могут быть? Люди вообще, я не знаю. Пересмотрела видео. Я не знаю, как вы там шрамы нашли. Никаких шрамов у меня нет. Смешно, конечно. Кстати, такую пепельничку купила. Очень удобная. Для балкона вообще прелесть. 3 евро она стоит. И пишут в комментариях, что я уже устала на эти комментарии отвечать. Такую ерунду пишут. Такое пишут, как будто бы со мной люди живут. Во-первых, много сплетен, много вранья пишется. Я не знаю, когда комментарии закрываю, вы говорите, что я не слушаю чьё-то мнение. А как можно чьё-то мнение слушать, если ахинею пишут? И других зрителей затрагивают. Мне потом эти жалобы приходят от тех людей, с кем я из своего канала общаюсь лично. Мне люди жалуются. Потому я стараюсь закрывать комментарии, чтобы мне вот этого беспредела не было в комментариях. Если же пишите, пишите нормальное что-то. Пишите нормальные, адекватные комментарии. Уже дождик пошел. Дождь пошел, но грозы нету. Ну, очень парит, очень. Вот именно воздух тяжелый. Те зрители, которые пишут, что у меня одинаковый контент, зайдите на канал, зайдите в плейлист, ну, видео все пересмотрите. У меня разносторонние есть и шикарные кулинарные рецепты. И я знаю, многие зрители по тому рецепту, что я готовлю тесто для пиццы, для пирожков, для хачапури грузинского. Мне очень много поступило благодарности за этот рецепт. Люди попробовали, люди оценили. Я с вами поделилась тем, что мне, чем со мной поделились. Ой, я же говорю, писатели они и в Африке, писатели. Есть, конечно, адекватные советчики, кто адекватные советы дает, есть. Огромное вам спасибо за адекватные советы. Но когда ахинею пишете, вот сейчас прочла комментарий. Сейчас я вам покажу, как я читаю комментарии. Комментарии я читаю в студии, в творческой студии. Я комментарии не и на YouTube я не захожу прочесть комментарии. Все комментарии в творческую студию мне приходят. Так, надо цветочек пересаживать. Не знаю, времени не хватает. Не могу горшок найти, вот честно. В цветочных магазинах там или огромные горшки.
или маленькие. Ну, примерно как и вот этот тазик, в котором он сидит, в котором он растет. Полила его вчера вечером. Ну, пока еще ничего не цветет. Но вырос. Вырос хорошо. Отличная лодочка моя. Отличная. Вот так перекурить с вами вышло. Сразу говорю, курение не пропагандирую. Курение не пропагандирую, так что я никому не советую. Не знаю, сегодня пойдем куда-то, сейчас доработаю и пойдем, наверное, прогуляемся, если погода наладится. И же суп сегодня буду варить. Буду суп варить. Кстати, не знаю, вот пишут зрители, что я неправильно выговариваю какие-то буквы. Я свои видео, ну, возможно, у меня слух хороший, у меня слух действительно музыкальный хороший. Я могу любое слово расслышать. Вы, бывает, не можете расслышать и коверкаете. Вот этот подъеб, ну нахер он нужен. Я не знаю людей, вот это, кто любит подъебом заниматься, я вообще не представляю. Кстати, зацените мою помаду. Такой розовый оттенок, помада Манхэттен. Будете спрашивать в комментариях, говорю сразу. Косметика я всей пользуюсь торговой марки Манхэттен. Голоса болят. Честно, голоса так устают. Целый день вот это сидишь, работаешь, но деньги за тебя никто не заработает. Деньги никто не принесет, не заработает. Все надо самостоятельно. А то есть любители пишут. Че я пойду в дом престарелых работать, как вы пишете, если у меня работа есть? Я, значит, должна хорошую работу просить и послушать ваше мнение и идти куда-то в дом престарелых где-то работать. Или зависть у людей, или я не знаю что-то, или слово, что кто-то лучше устроился, чем они. Я не знаю, я не представляю, честно. Найдите себе работу и работайте, какая вам по душе. Я себе нашла работу, которая мне по душе. Я не жалуюсь. Я ни у кого... Ни денег не прошу, ничего. Есть зрители, конечно, хорошие, которые донаты отправляют. Это я согласна. Есть. Спасибо вам. Они донатят за хороший канал. У меня канал хороший. Они и донатят. Но вот эта зависть, это ужас. А, дождик пошел. Но я вам хочу сказать, дождь, может, сегодня ливень не будет, потому что по прогнозу ливень обещали. Но вот этот мелкий дождь, он пыль не смывает, там, слегка. Ну, так что пыль не смывает. Сегодня, наверное, вечером запишу вам мукбанг. Потому что я знаю, есть зрители, которые ждут мукбанги на канале. Вам запишу. Я же говорю, если у кого-то конфликт семейный, если еще что-то, это сугубо личное дело. Вас оно не касается. Я вам что есть, то и рассказываю. Но каждый человек в своей семье разбирается сам. Никакие нравоучения, никакие ничего, они не нужны. Я еще раз говорю, я со Стасом познакомилась, вот есть зрители, наверное, не знают, я с ним познакомилась на Фейсбуке. Изначально я ему, ну, мы характерами вроде сошлись, нормальный, красивый мальчик, сошлись характерами, я ему помогла, я в него вложила деньги, я это не скрываю. Я ему все документы оформила, все билеты я ему покупала, содержание в Украине, самой счет было. И он сюда приехал. Он не приехал в лагерь куда-то, он ни одного дня в лагере нигде не жил. Он приехал, я его встретила с автобуса, и он сразу в квартиру попал. 2,5 месяца он никаких выплат не получал, потому что долго оформлялись документы. Мы оформлены как семейная пара, потому что если бы как семейная пара мы не были бы оформлены, его бы никто в Берлине, как вы понимаете, не оставил бы. Думаю, здравомыслящие люди поймут. Хороший дождь усилился. Не знаю, вы увидите, не увидите. Сейчас камеру разверну, покажу вам. Покажу. Красотка такая. Никаких шрамов, ничего нету. Не знаю, видно вам, не видно, вот дождь идет. Идет дождик. Дерево аж начало дышать.
пыль, грязь, все это смоется. Небо затянуто. Всем хочется пожелать хорошего вечера. Это видео вечером опубликуется. Всех люблю, всех целую. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.